Торжественное вступление в ряды членов БРСМ. Наверняка, услышав эту фразу, вспоминается традиционное заседание круглого стола, где юношам и девушкам вручают членские билеты и значки. Звучат слова напутствий и поздравлений. Однако на этот раз мероприятие имело неофициальный характер. Посвящение больше напоминало обычную молодежную тусовку или вечеринку. Заводной ведущий, светомузыка, конкурсы, дискотека и, конечно, вручение главного документа. Новые молодые ребята, амбициозные, талантливые, хотят быть в рядах молодежи. Тем более, что в городе порядка 17 тысяч нас, ребят, уже в организации молодежной, и мы пополняем наши ряды. В привилегии, в первую очередь, ребята получают то, что они попадают в коллектив таких же талантливых, амбициозных, активных ребят, и это для них какая-то стартовая площадка, научиться лидерским качествам, как-то совершенствовать свои таланты, продвигаться вперед. Молодежь просто не остается в стороне, она не является равнодушной от тех проблем, которые есть сегодня в жизни нашего города. Это и благоустройство, это и, так скажем, внешний вид города, да, объявления, которые висят на линиях электропередач. Все это делается не только службами коммунального, жилищно-коммунального хозяйства, но и в том числе волонтерами движения «Доброе сердце». На этот раз новоиспеченными членами Союза молодежи стали 100 брещан. Это именно те юноши и девушки, которые не собираются сидеть сложа руки дома, а готовы приложить максимум усилий, чтобы использовать свой потенциал для того, чтобы их жизнь стала интереснее и ярче, а также чтобы внести свой вклад в развитие государства. Предлагать новые идеи и воплощать их в жизнь. Я принимаю участие, активное участие в жизни школы, участвую во всех мероприятиях. После того, как я вступлю в БРСМ, это мне поможет участвовать в других мероприятиях. В плане какого-то развития, надеюсь, что в будущем, когда я вступлю в БРСМ, я буду активно принимать в этом участие. Также я и так, как бы меня берут на многие мероприятия, допустим, тем же ведущим. Я надеюсь, что когда я вступлю в БРСМ, будет это все продолжаться, то есть будет все намного лучше. Мероприятие лаконично, однако те, кто вступил в ряды БРСМ, запомнят его точно надолго. Впереди новые встречи, участие в различных социальных проектах и, конечно, возможность проявить свои лидерские качества.